Всем привет! Сергей Рогачев. У меня сегодня история про новую систему целеполагания. Вот сейчас у вас должны появиться слайды с названием моего доклада. Про то, как это работает в нашей стране. Для начала представлю Сергей Рогачев. Я из компании ScrumTrack. Мы занимаемся обучением и консалтингом компании в области новых современных методов менеджмента. Я продюсирую две большие конференции. Это вот про как раз для практиков этого подхода Акер Раша конференция. И осенью мы проводим большую конференцию для очень крупных компаний. Также я провожу как продюсер исследования о том, как работают методы Agile в России. На самом деле, мне это, это, участие в этой конференции позволило в, вспомнить свое прошлое. То есть, когда-то я был айтишником, 12 лет назад участвовал как IT-архитектор в больших проектах по автоматизации контакт-центров и офисов продаж сотовых операторов, а также стоек регистрации в аэропортах. Мы тогда использовали технологию фронтальной интеграции приложений. И мне очень было, реально вот эта конференция позволила поностальгировать, вспомнить те времена. Я очень рад был, что эта технология сейчас набирает обороты, и этому уже посвящены целые конференции. Классно. Так, а Scrum Track, мы, собственно, самый большой провайдер в России по методам, современным методам менеджмента. Uh, так, о чем я сегодня расскажу? Про содержание. Смотрите, uh, вначале давайте я расскажу про то, вообще, какие uh, методы, целеполагания вообще существовали, как они в истории развивались и почему такой бум, хайп сейчас на этот новый метод под названием «Океар». С чего вдруг? Uh, классический, самый остросюжетный вопрос «Океар» uh, и «KPI». В чем, собственно, отличие, зачем первое, зачем второе, как они взаимосвязаны. Покажу вам, как это выглядит в реальности, то есть как такие цели формируются, например, как компании подходят к этому на разных уровнях. Уровень всей компании, уровень конкретного бизнес-подразделения, отдельной команды, и на какой горизонт вообще компании и как ставят такие цели. С чем, во что вляпываются всегда компании, когда только начинают делать ICAR, то есть, чтобы вы могли сориентироваться, чего делать не стоит. Ну и самая вкусная часть это как применяют в реальных компаниях в различных отраслях. Приведу примеры конкретных компаний России, а также расскажу, как с этим дело обстоит в Европе. Так, как развивался эволюция целеполагания? Что было в прошлом, что сейчас? Смотрите, Питер Друкер. В середине прошлого века, по сути, принес нам первые две концепции, которые называются MBO или Management by Objectives или по-русски управление по целям, и вторую концепцию Key Performance Indicators, KPI или по-русски ключевые показатели результативности. На самом деле сейчас, вот кого вы не спросите, все обе эти концепции просто называют KPI. Но когда-то на старте Питер Друкер разделял их достаточно сильно. НБО. Представьте, а что если ставить цели на уровне всей компании и декомпозировать их на отдельные бизнес-направления, а внутри бизнес-направления каскадировать цели на отдельных руководителей и дальше, дальше, дальше до каждого сотрудника. Так, чтобы цель компании превращалась в конкретные цели тех людей, которые, собственно, и представляют эту компанию. То есть метафора такая может быть, что каждая капелька в огромной волне движется сонаправленно, и вот это вот цунами достигает тех берегов, куда движется. KPI – концепция, чтобы планироваться, мы должны понимать, что сейчас происходит с нашей компанией, то есть какие у нее текущие метрики, сейчас это называют метрики здоровья компании, и, соответственно, от этого мы бы могли понимать, какие метрики мы бы хотели улучшать, а то и как они влияют друг на друга. Ну, представьте, например, уровень продаж. Вы хотите по концепции KPI удерживать их в каком-то коридоре, да, то есть не выше, не ни ниже. Почему не выше? Потому что выше вы скорее всего перегрузите всю систему, то есть люди будут выгорать, будет объем огромный объем незавершенной работы, будут недовольны клиенты. Ну, соответственно, ниже определенного показателя тоже плохо, потому что мы будем бедные, да. Ну, а и клиенты также не получат чего хотят. Так, дальше по истории целеполагание развивалось, оно дополнялось новыми фишками. Я думаю, все вы знаете, что такое SMART. То есть это описание, по сути, критериев формулирования цели, что она должна быть измеримая, достижимая, релевантная ограничены по времени и так далее. То есть это все дополняло только. Более того, система KPI достаточно интересно развилась благодаря Каплану и Норту. Они сказали, что у любой компании должно быть 4 уровня метрик здоровья, за которыми они должны пристально следить. Например, первый вектор метрик тех, ли вы сотрудников нанимаете в свою компанию, соответствуют ли они культуре классно ли им работается внутри компании. Второй вектор. Правильные ли у них процессы, то есть все процессные метрики. Действительно ли внутренние процессы вашей компании позволяют вам давать клиентам то, что они от вас ждут. Ну, например, время поставки, ну, например, количество складских запасов, показывающих, что кто-то не успевает что-то и так далее, и так далее. Третий набор метрик. Что происходит с нашей экосистемой клиентов и партнеров? То есть все клиентские метрики. Например, уровень удовлетворенности, готовность рекомендовать своим коллегам, друзьям, то, что называется NPS, Net Promoter Score и так далее. И четвертое. Если, смотрите, если с сотрудниками все классно, тех людей вы берете, у них хороший процесс, клиенты и экосистема работоспособны. Где деньги? То есть четвертый набор метрик – это финансовые метрики уже собственной компании. Но обратите внимание, вот между, я не, заз… не зря зазор оставил белый между 81 и 96 годом, потому что а, в те года IT-компании, которые всегда были на передовой новых методов менеджмента, уже начали двигаться немножко в другую сторону. Компания Intel, Энди Гроув вытаскивает эту компанию в те года из большого кризиса, а, и впервые в те годы, собственно, приносит нам концепцию ОКЕАР. Забегая наперед, а что если цели ставить не на, не на год вперед, а короткими промежутками времени? А что если к этим целям вырабатывать такие метрики, которые позволят каждую неделю, представьте, каждую неделю давать обратную связь, то мы делаем или не то. То есть, каждую неделю заставлять нас самих переделывать план работ на следующую неделю. Потому что, смотрим, метрика от того, что мы делали прошлую неделю, метрика не двинулась никак вперед. Так то ли мы делаем, наверное, не то. Давайте пересмотрим. То есть, система, которая заставляет вас становиться самонаводящейся ракетой. То есть, вы видите цель. Но у вас должны быть метрики, отслеживания, не убегает ли цель от вас, или не отклонились ли вы сами? И чуть ли не каждую неделю эта система заставляет вас перенаправляться. Достаточно жестко, но вот такая концепция начала набирать популярность. А огромную популярность она набрала благодаря тому, что Джон Дор перешел работать из Intel в компанию Google на заре становления этой компании, когда она еще там человек 40 было их. И, собственно, Google после этого, именно благодаря Океар, как они утверждают, они смогли развиться до такого огромного поискового гиганта. Ну и Джон Дор выпускает в 2017 году свою самую известную книгу про океар измеряй, ⁇ измеряй самое важное ⁇ Мы, на самом деле, рекомендуем начинать, если вы хотите погрузиться, пожалуйста, не начинайте с погружения в океар этой книги. Почему? Потому что в этой книге описан именно работа этой системы именно в компании Google. Если вы работаете не в поисковом гиганте, если вы не эти компания, вы можете унести оттуда ну, немножко не те вещи, которые релевантны только Google. Вместо этого мы рекомендуем начинать изучение с очень классной книжки, очень коротенькой, реально практически как руководство за 3-4 часа вы ее прочитаете. Океар для начинающих. Если что, в интернете можно найти переведенный вариант книги на русский язык. Филиппа Кастро, известный эксперт мировой. Ну и не могу не отметить значимой вехой в истории развития океар конкретно в России – первая конференция, которую мы провели в прошлом году. Благодаря ей, собственно, я вам и могу рассказать про реальные примеры океар в России. Так, о чем вообще, в чем проблематика состоит? Проблематика состоит в следующем, что в любой компании есть две составляющие. Операционка, это вот этот большой слоник, или по-английски это называют run, run the business, то есть бизнес должен работать как часики. По сути, это операционка, то есть она огромная такая в более зрелых бизнесах, то есть там, где у вас очень много сотрудников в операционке, которые непосредственно обслуживают клиента или работают в бэк-офисе, но опять же в рамках предоставления какой-то услуг клиенту. Ну и в маленькая девочка это по сути ваши проектные подразделения, задача которых создавать новые сервисы, новые продукты, изменять внутренние бизнес-процессы. Например, для того, чтобы маржинальность ваших услуг улучшалась, ну или качество, или скорость предоставления услуг для клиента. То есть они change изменяют операционку. Если, конечно, в Гугле соотношение совершенно обратное, да, то есть у них огромный change и достаточно маленький а, оперирование. Ровно поэтому мы и говорим: а, осторожней с книжкой про океар в Гугле. В этой концепции что важно? Смотрите, получается операционка, в ней очень хорошо работает концепция KPI, потому что мы знаем, что нужно делать, какой уровень сервиса оказывать клиенту или внутреннее подразделение, какой уровень сервиса должно оказывать другим подразделениям, и нам метрику, описывающую, что все хорошо, нужно удерживать в каком-то горизонте. Ни ниже, ни выше. Классика жанра, да, красная, красная зона, желтая, зеленая. Да? Все просто. Работаем, но поглядываем на метрику. А в этой же концепции Objective and Key Results – это способ постановки цели на вывод этих же метрик здоровья компании на новый уровень и закрепление там нас как бы стабильно. То есть как можно в два раза повысить уровень продаж? Мы погружаемся в зону неопределенности, как достичь этого, и вот здесь, собственно, система и помогает. Это приводит к немножко разной подходу к структуре и вообще общей, общей миссии подразделений внутри компании. Если в операционке очень хорошо работает функциональная иерархия, почему? Да потому что она позволяет обеспечить эффективность, то есть наша операционка не должна быть дороже, чем у наших клиентов ой, конкурентов. Иначе те услуги, которые мы оказываем клиенту, они будут или низкомаржинальными, и мы будем бедные, да, ну или нам придется завышать средний чек, и обиженным окажется клиент, да. И стабильность очень важна, то есть каналы продаж не должны останавливаться ни на секунду. Соответственно, здесь толерантность к ошибкам у нас очень низка, да. Классическая русская, если что-то пошло не так, то нам найти, кто виноват и что мы с ним будем делать. Совершенно другой подход у вас должен работать в подразделениях развития. Во-первых, кроссфункциональная структура, вам нужна сетевая. Как увеличить уровень продаж для конкретного сегмента клиентов? Вам придется неизбежно вовлечь в этот проект маркетинг, продавцов, возможно, IT-подразделение, если это цифровой сервис, потому что только в совокупности компетенции на, на всей цепочке создания ценностей для клиента, вы сможете найти варианты оптимизации или улучшения сервиса для клиента. Ровно поэтому создают вот такие кроссфункциональные структуры, иногда это называют agile команды. И, соответственно, у них фокусом является что? Скорость инноваций. Какое количество идей за секунду, за минуту, за час, за неделю они умудряются проверить. То есть попробовали, вот такое изменение сделать в сервисах. Не сработало. Окей, давайте попробуем другое. О, сработало. Как сработало? Вот как раз OKR пытается вам дать дашборд, который показывает, какие гипотезы сработали, какие нет. Ну и, соответственно, на самом деле такого четкого разделения очень редко можно встретить. У вас неизбежно операционные подразделения в своем стеке работ ну то есть то, чем они занимаются, например, на протяжении месяца или квартала. А, там есть как задачи по оперированию. Вот я слева нарисовал столбик. Их много, но у них есть и чуть-чуть задач по развитию. Ну, например, у продавцов это изменение скриптов, а, общение с клиентами. Ну, например, по новому продукту. То есть вы дообучаете продавцов. Есть вот Change, но его мало. Ну и, и у классических подразделений развития справа, наоборот, все, да, очень много развития. И, но все равно есть задачки по поддержке, по консультированию и так далее, которые для них являются рутинными. Это операционка. Давайте пример посмотрим. Смотрите, мы, у нас, мы многим клиентам помогаем настраивать эту систему, но, конечно же, мы всегда подписываем соглашение о неразглашении конфиденциальной информации компаний. Ровно поэтому, к сожалению, я вам не могу показывать реальные примеры, таких целей. Ровно поэтому я вам покажу просто цели мои, то есть моей команды внутри нашей компании ScrumTrack. Так будет проще. Смотрите, пример. Это прошлый, это прошлый год, середина квартала. Смотрите, у команды есть KPI, которые они отслеживают. Для них, для них что важно? Для них важна выручка. И, то есть здесь и сейчас мы должны зарабатывать. А, также важно для них, как они работают с входящей воронкой. Да? То есть сможем ли мы зарабатывать, например, в следующем квартале. Обратите внимание, KPI, ну, ребята там как бы не range делали, а накопительный итог по кварталу смотрели. Смотрите, середина квартала, то есть 50% времени прошло, уже, уже 78%. То есть двигаются прям как мотор с перевыполнением. Но у них есть другой дашборд. Это вот цели по развитию. Там они, собственно, создают новые продукты. Ну, например, смотрите, та конференция, про которую я говорил, когда-то это был огромный задел, совершенно непонятно было, как такой продукт вытаскивать на рынок. То есть у них есть три цели. И обратите внимание, общий процент достижения в середине месяца всего 33%. Кажется, команда очень сильно сфокусирована изо дня в день на выполнение рутинной, понятной работы. То есть вот то, что обмеряется кипейками. И им не очень комфортно лезть в историю, где совершенно непонятно, что делать, как это надо вытаскивать себя из зоны комфорта. Если в вашей компании есть такие подразделения или команды, у которых есть много операционки, но хотелось бы их толкнуть в развитие, вам неизбежно придется применять этот инструмент, который мы называем качельки развития и стабильности. То есть вам нужно будет синхронизационные встречи проводить следующим образом. Вначале смотреть на KPI. Если, они, если там все хорошо, то тогда задавать себе вопрос, почему мы ничего не делаем по развитию. Ну, а если с KPI все плохо, нет, мы на этой неделе, к сожалению, должны починить починить нашу операционку, потому что это клиенты, это прямо вот здесь и сейчас кому-то мы что-то не додаем. И только после этого вернуться уже к развитию. То есть, да, не так все просто, если у вас такой контекст. Погнали дальше. Свойства и примеры океар. Давайте посмотрим, какие должны быть цели и как они, примеры того, как они выглядят. Первое. В океар всегда должна быть цель. Ее называют objective. По факту это мечта. То есть, какими бы мы хотели оказаться, например, к концу квартала. Чего мы хотим? Здесь написано ее свойство. Я думаю, вы прочитаете, я в голосу не буду озвучивать. Давайте я лучше метафору расскажу. Это как бы вот свет в конце тоннеля. То есть вы должны понимать, куда вы хотите достичь куда вы хотите в конце прийти. Но должны быть обязательно key results, ключевые результаты, это метрики, по, которым, по изменению которых вы сможете понять, что вы действительно достигли того, что хотели. То есть представьте, так как OKR используется для задач только в зоне высокой неопределенности, вы как будто бы идете в темноте. У вас есть вот свет в конце тоннеля, но вы, но чтобы понимать, достигаете вы движетесь, если у вас как бы изменение движения вашего, у вас есть в руках компас. Так вот, этот компас это key results. Он вам периодически говорит. О том отклонились вы от курса, или все-таки движетесь в правильном направлении. 2-5 метрик, больше 5 просто расфокус происходит. Люди просто мы при 9 метриках просто забывали, какие метрики мы в этом квартале развиваем. Меньше двух метрик практически всегда, ну, то есть, одна метрика практически всегда является взламываемой. То есть команда сделает так, что ничего не поменяет, ничего не создаст нового, но метрику достигнет. Ну, давайте пример. Например, ставится цель маркетингу по повышению количества ли, первых покупателей. Как они это могут достичь? Ну, просто больше денег в, зальют в рекламу, больше трафик придет на их сайт, и чисто как бы ничего не меняя, в процент, проценте конверсии вы получите больше покупателей. Да? Но хотим ли, хочет ли эта компания по такой цене приобретать первых покупателей. Возможно, нет. Тогда нужно добавить, например, вторую метрику не превышение стоимости привлечения одного покупателя выше такой-то цифры. Вот в этой ситуации маркетингу придется придумать что-то новое. Им, им не получится просто привычными для них способами достичь этой метрики. Вот поэтому минимум две. Количественно измеримые. То есть не только теоретически вы можете померить эту цифру, а действительно здесь и сейчас, а то и каждую неделю эта команда может откуда-то вытаскивать цифры. То есть это не должно превращаться в сбор цифр по огромному количеству разных подразделений. Нужно всю компанию бегать, 10 тысяч Excel проинтегрировать между собой. Основаны на ценности, а не на задаче. То есть у вас должна быть метрика которая является описанием обратной связи от вашего потребителя. То есть вы что-то делаете и замеряете изменение поведения отношения внешнего клиента по отношению к вашему продукту, как он, по сути, проголосовал за то, что вы делаете. Ни в коем случае не надо засовывать в ключевые результаты задачи. Ну, например, выпущен релиз или там услуга запущена, измерьте количество первых клиентов, воспользовавшихся новой услугой. Замерьте их удовлетворенность. Замерьте, то есть что-то, что доказывает конечный результат, а не промежуточное действие, коим является задача. Так, но задачи, третий уровень, никуда не деваются. На самом деле, все, вот третий уровень, он существует. Вам ОКР предлагает просто надстройку над нашими проектами, задачами, активностями сверху, которая позволит третий уровень, то есть ваш бэклог задач, постоянно перетряхивать от обратной связи, то мы делаем или не то. Давайте посмотрим на примеры. Маркетинг у меня первый пример. Смотрите, добиться рекордных показателей во всех областях маркетинга. Звучит как тост, но на самом деле ту команду это мотивирует. Ключевые результаты с первого по пятый, обратите внимание, они по сути простроены по метрикам, последовательной воронки. То есть сколько людей пришло на сайт, какое количество из них зарегистрировались и так далее, и так далее. То есть ребята, скорее всего, в Excel посчитали, взяли свою бизнес-модельку, текущую, это вот цифры, которые говорят, от какого параметра они сейчас отталкиваются. И, скорее всего, они даже прикинули целевые значения, ну, посчитав от своих возможностей. Другой пример. А, маркетинг, то а, у них есть рассылка ежемесячная, они хотят внедрить еще до просылку ну, друг, с другим каким-то смыслом еженедельную. Первый ключевой результат очень плохой. Я специально показываю вам не идеальные а, цели. А, ключевой результат первый – это, по сути, задача. На самом деле результаты этой задачи и так измеряются вторым и третьим ключевыми результатами. Да? То есть ради чего это делается? Второй результат показывает, что ежемесячная рассылка не пострадала от запуска новой рассылки. Третий результат показывает конечный результат. И смотрите, пятый ключевой результат это балансирующий. То есть он показывает, мы хотим больше писать нашим клиентам но не хотим, чтобы из-за этого они начали отписываться от этого спама. То есть у вас всегда должен быть балансировщик. Иначе опять взломают эту цель, ничего не поменяв в реальности, в процессах. Продажи. Другой контекст возьмем. Компания выходит на новый регион. Поэтому, смотрите, в ключевой результат один, они ставят не открытие офиса продаж, а сразу ставят ключевой результат от каких-то первых действий этого офиса продаж. Там мел, для них это мелкая сумма 100 тысяч долларов, но она уже доказывает, что хоть какой-то минимальный процесс уже заработал а, в двух новых странах в этих офисах. А ключевой результат второй, скорее всего, у них балансирующий, то есть они показывают, что несмотря на открытие новых а, географий в текущей географии, которая является дойной коровой всей этой истории, а, квартальный доход не должен упасть от текущего, да. Скорее всего, они сбалансировали. Ну и про прибыль тоже, тоже балансировку добавили. А, еще один пример. Очень грустно звучит цель увеличить текущие доходы. То есть абсолютно не мотивирует она и не показывает как бы конечный результат. Опять показываю вам не идеальный вариант. На самом деле, по ключевым результатам видно, что компания на самом деле пытается пересадить свою клиентскую базу с обычной покупки продукта на подписку, да, и переток обеспечить с годовых подписок даже на ежемесячные. То есть на самом деле тут еще одна ошибка, ребята, почему-то, то есть на самом деле эта история на старте будет э, уменьшать расходы на монетизацию клиентов, а вовсе не будет связана с доходами. Я ваше внимание корю на, несмотря на то, что даже кривые формулировки, вы э, здесь видите, это я специально сделал, насколько сильно проще становится разбираться с тем, на что на самом деле эта команда ориентируется по ключевым результатам. Но это как бы к этому надо, конечно же, прийти. И IT. Еще пример про IT. Так, успешно запустить третью версию нашего основного продукта. В формулировке цели явно чувствуется история предыдущих двух версий. Видимо, что-то с ними было не так. Обратите внимание, что в ключевых результатах метрики не только о том, что запустился продукт, а о том, что клиенту уже им пользуются, да, и более того, описание того, что они знают, как им пользоваться, то есть поработал маркетинг, то есть видите, вроде про IT речь, но цель на самом деле является кроссфункциональной, вокруг нее будет и IT-команда работать, и как минимум маркетинг. И IT-пример для внутренней службы IT, Видите, повысить удовлетворенность работы команды поддержки. Да, иногда бывают такие вот грустные цели, но для... Они показывают, видимо, плохое состояние удовлетворенности прямо здесь и сейчас. То есть, для ребят, видите, очень амбициозно э, с 15 до хотя бы до 5 снизить количество жалоб, да, ну и похвалы, наоборот, с 5 до 15. То есть, океары, э, э, они еще очень сильно контекстны, то есть... Э, только поговорив с командой, поняв какой контекст, вы, скорее всего, только тогда поймете, насколько амбициозны для них такие цели, такие результаты или нет. Так, а что, какие компоненты в ОКР есть? На уровне стратегии э, мир никогда не видел, чтобы компании это осознанно прям записывали как Objective and Key Results, но вот на горизонт 5-25 лет, э, по сути, у вас должна быть концепция компании, то есть э, как вы движетесь в рамках миссии вашей компании. Ну и волатильность действительно может быть, то есть она может изменяться. А компании вот эти штуки уже встречаются, то есть практическое использование их есть. Вся компания на год ставит цель, какой она хочет оказаться к концу года. То есть, еще раз, это именно про изменения компании. Что должно измениться с нашей клиентской базой, что должно измениться с процессами, с сотрудниками, с продуктами, а не уровень продаж сделать такой же, как был в прошлом году. Что такое обратная связь и уточнение, сейчас расскажу через уровень тактики. Смотрите, от годовой цели мы откусываем... На уровень тактики цель на один квартал. Идея в чем? В том, что мы не год разрезаем на четыре на куска и выполняем их последовательно, а мы каждый квартал можем пересобирать э, цели, как будто бы мы, вот как Птица Феникс, только сейчас восстали из пепла. Да? В этом и идея, пробежав квартал, получить обратную связь к годовой цели, насколько она вообще релевантна. Может быть, она занижена, а может быть, завышена. То есть мы движемся на уровне всей компании на самом деле квартальными циклами. Что здесь становится важным? Вертикальная согласованность. Ну, вот как раз год-год-квартал и обратная связь году. А очень важным становится поднимать цели снизу. 60% в идеале считается, что классно, если у вас сотрудники на местах помогают вам формировать ответ на вопрос, как нам достичь, тактически достичь целей, которые вот как бы на уровне космоса поставили на уровне компании. То есть, понимаете, вот здесь от прошлого века что меняется для нас, менеджмента? Мы напрягаем наших сотрудников этой задачкой. Раньше это наша чисто задача была – определить, как мы будем двигаться к целям, которые ставят перед нами бизнес. А дальше уже нарезать задачки для специалистов сейчас меняется все потому что слишком сложно очень часто одному менеджеру в его мозгу учесть все факторы и часто часто ставить очень быстро ставить такие цели проще оказывается вовлекать в это сложное упражнение самих специалистов то есть приносишь цели говоришь вот в принципе мы хотим оказаться там давайте каждый выскажется идея о том, как можно было бы туда прийти. Ну, конечно же, мы потом выберем только лучшее, это понятно. Горизонтальная согласованность, зависимости между вашими подразделениями или командами, то есть так, чтобы все бежали, но не толкаясь друг с другом. То есть эти цели еще должны быть согласованы на горизонтали. Как выглядит процесс движения? В начале квартала делается декомпозиция, откусывание от годовой цели квартальных HKR в конце квартала происходит подведение итогов, по сути такая большой обзор чего мы добились по цифрам и ретроспектива, что нужно делать, чтобы в следующем квартале ну, как бы стать сильно лучше в в этом движении. Еще рекомендуется посередине квартала такой же такой же обзор проводить, чтобы была возможность перенаправиться. Для некоторых компаний квартал это достаточно длинный период, может все пойти даже внутри него не совсем так. И четвертый уровень задачки. Никуда они не деваются, но мы здесь начинаем упирать на то, что на самом деле это гипотезы, то есть, как можно было бы прийти. Если у вас кран процесс работает на уровне команд, то здесь очень хорошо стыковка происходит. Каждую одну-две недели проводятся встреча, она в теории называется чеки. Смотрим на прогресс и, по сути, пересобираем план на следующий период. С чем вы столкнетесь точно на старте? Я сейчас перечислю, я, я уверен, вы, зная об этих рисках, подложите соответствующие салонки. В принципе, вот сводка того, с чем наши клиенты или не наши клиенты, но по рассказам мы знаем, сталкиваются все. Первое, слишком много океар. Так происходит, когда, когда генеральный директор читает книжку Джона Дора, кстати, очень часто они не дочитывают ее до конца, на старте восхищаются этой концепцией. концепция это в чем? Наконец-то генеральный директор, первое, сможет видеть, что вообще происходит с компанией по цифрам. Второе, оказывается, он сможет меньше уделять времени на оперирование, ну то есть на постановку задач, на координацию людей друг с другом. Оказывается, люди сами могут это делать, если у них просто будет ориентир по метрикам. Они сами в разуме могут двигаться, понимая, смотря на, на обратную связь от метрик. Так вот, если вот генеральный директор иногда они еще на Ютубе ролик мотивационный посмотрят, и ставят задачу: так, в понедельнику разработайте все, пожалуйста, AER. Тогда происходит вот эта история: все подразделения себе AER делают, и запихивают туда операционные задачи, и кипиайки туда засовывают. Не кроссфункциональное QR-подразделение. Это когда ваши подразделения, ну, например, HR себе свои, а поставят, маркетинг свои, айтишники свои. И как бы, а были созданы для кроссфункциональных задач, прошивающих несколько подразделений. То есть у вас такие опять заборчики появятся между ними. На старте еще любят персональный QR для сотрудников вводить. Ну, то есть когда от цели команды еще будут персональная цель у меня самого. То, что мы раньше называли индивидуальные планы развития. Не делайте так, вы на старте расфокусируете человека. Ну, типа, мне вот в понедельник на работу пришел, мне чем заниматься своими целями или все-таки на команду поработать. Uh, все это приведет к тому, что в принципе океары вообще не решают для вас ни одну из задач. То есть непонятно, не кто что делает, как это на бизнес влияет. И более того, и вы еще начнете нести высокие затраты на поддержку этой системы. Ну, всем нужно будет постоянно все это актуализировать. Вторая беда, более сложная, которую сложнее победить, это неизмеримость. Uh, то есть когда у вас uh, или задачки или метрики, которые команда прямо здесь и сейчас не может померить, это чисто в теории можно мерить. И самое сложное, когда вы запихиваете в метрики запаздывающие показатели, то есть то, что неделя работы ваша никак не может отразиться на них, они слишком инерционные. Ну, например, все финансовые метрики чаще всего запаздывающие, то есть вы действительно на них влияете, но обратную связь они вам дадут ну, например, через квартал. Соответственно, у вас система перестает работать. Каждую неделю вы встречаетесь, смотрите на метрику, она не изменилась. То мы делаем или не то. Да черт его знает, мы как с завязанными глазами движемся. В принципе, ICR не монолитная система. Оказывается, в ней есть разные кубики. Рекомендуется всегда двигаться слева направо, снизу вверх. Настройте вначале адаптивный режим, то есть научите всю компанию двигаться частыми циклами постановки целей. Только на втором этапе перейдите к активной автономии, то есть начните вовлекать в постановку целей команды. И только на последнем уровне, вот эта правая колонка, только здесь, если у вас сейчас бонусы привязаны к целям, ну, к достижению, только здесь вам рекомендуется их отцепить. И ставить завышенные растяжимые цели, то есть выше, чем 100%, то есть 60-70%, когда считается нормой. 100 практически недостижимым идеалом. Так, кейсы применения в Европе. Во-первых, технологические IT-компании, но не только они, видите, 60%. А миф, что OCR это для небольших стартапов, неправда. Да и более того, вспомните, в Intel это все придумали. Все внедряют самостоятельно, но 30 потом раскаиваются, оказывается с внешним консалтингом чуть чуть побыстрее на 3 месяца получается. Рекомендуется применять АКР все-таки в кросс-функциональных проектах, что, собственно, все большинство и делает. Цели компании. Обратите внимание на уровень всей компании. Многие двигаются квартальными циклами, а не годовыми. То есть каждый квартал компания, как птица Феникс, воскрешается заново и думает, куда и двигаться. А на уровне команд квартальные цели это прям вот ну 90 все бонусы кто-то еще прицепляет к целям сотрудников применяют даже в операционке AR, но в этом случае на старте у вас в компании будет хаос, ну потому что никто не будет понимать, как это работает в операционке это это все-таки кипяй. А, так, компании чего добивали, какие цели они себе ставили? А, вот топ-4 цели, которые ставили, обратите внимание, что достигли они немножко других целей. То есть все-таки на старте вам удастся подтолкнуть на фокусировку на развитии, то есть вытолкнуть людей из комфортного для них оперирования. И согласовать дать компании процесс согласования вообще на всех уровнях. Кейсы в России, откуда они взяты? Это конференция прошлого года, она в этом году также продолжается и каждый месяц проходит. Благодаря этой конференции я, собственно, для, вам, для вас и расскажу цели. Так, персиковая модель, заикарю вас на нее. У нас всегда есть фронтальные команды и сервисные. Проблема в том, что клиент, сервис, который мы оказываем ему, прошивает и те, и те насквозь. Кейс авто. Узбекистан. Чего они ожидали? Они, по сути, ставили себе цели по согласованности, ну, по сути, по улучшению их косточки, вот этого, внутренних подразделений. Чего они добились? Смотрите, в принципе, они и добились этого. То есть они, по сути, смотрите, аутсорс, сокращение модельного ряда на 20%, то есть они, им пришлось найти... Эти, Грузовики, которые очень плохо продавались, да. И войтишки они операционную эффективность повысили. То есть, на что целились, на то и получили. Косточку улучшали, уменьшали ее. Главстрой Строй, строительство. Здесь цель стоит генеральный директор. Он, по сути, хочет повысить управляемость компании, ну и как бы снизить свои операционные личные его затраты на это. Чего они добиваются? Обратите внимание, все. Все э, три стикера синих, они про косточку, опять про улучшение операционки. Дешевле, быстрее, э, меньше затрат э, из-за текучки кадров. Но обратите внимание, уже работают над фронтальной частью. Первый в России интернет-магазин недвижимости. Уже даже продали. Торекс, тоже похожий кейс. Э, кейс того, что ребята в момент старта кризиса, пандемии, э, они продают двери, э, соответственно, офлайн-каналы продаж. Э, ну, Просто прекратились, да. Им пришлось наконец-то цифровой свой канал улучшить. И доказательства это видите, в три раза рост поставок. И им пришлось еще поразбираться, почему они не умели раньше а, такие кастомизированные двери делать. Кризис а, и океар их спас. Робофинанс тоже история про кризис. А, Центробанк снижает а, в два раза процентную ставку займа, а робофинанс – это микрофинансовая организация. Соответственно, робофинансы должны были, по идее, вообще закрыться. Все остальные три стикера – это «А, давайте вокруг этой нашего беды консолидируемся». Чего они добились? Плюс 18 прибыли – доказательства, что у них все хорошо сработало. А на остальных стикерах написано, на самом деле, успешные гипотезы, которые они нащупали при движении. То есть, видите, раньше они исходящий канал обзвонов не использовали, ранние задолженности не обращали на них внимания, ну и вот время ответа клиентов для них что-то раньше было неважно. Региональный банк Агророс. А на старте они пытаются всех согласовать, а потом, обратите внимание, это вот цели, которые они ставили от квартала к кварталу. Они разные. Вначале они фокусировались на на мотивацию сотрудников и фокус на клиента, через квартал они обнаружили, что клиент всем доволен, а вот маржинальность этого продукта очень плохая, и они сфокусировались уже на косточку этого продукта. Это им позволило, обратите внимание, здесь уже вот как бы над мякотью они работают, позволило, собственно, выйти в регион и сильно вырасти, даже по количеству сотрудников. Самый крутой кейс в России это компания Авито. Дольше всех они эту штуку внедряли уже 5 лет от старта внедрения. И порядка 1700 сотрудников у них в этом контуре. Что у них есть? Во-первых, они научились системно подходить к постановке целей. У них есть, по сути, система сбалансированных показателей то есть дерево метрик как одна метрика на другую влияет. Ну, грубо говоря, чуть ли не формулой. Орг-дизайн у них прицеплен, как IR. То есть в идеале у вас ОКЕАР, цель ОКР должна погружаться в одно подразделение, у которых есть все полномочия, ответственность и сильно упрощается все. Корп культура, они умеют на старте тестировать сотрудников, насколько им классно будет работать в этой системе. Годовые квартальные цели у них, то есть вот и страт уровень, и тактический. И более того, все остальные процессы тоже привязаны, бюджетирование или распределение ресурсов. И даже связь с вознаграждением косвенная от Океара у них есть. Так, выводы. Смотрите, во-первых, у нас не так все плохо, как в Европе. Мне даже кажется, сильно круче. В молодых отраслях и бизнесах Океар – это крутой инструмент. Берите его прямо. Это минимально жизнеспособная бюрократия, которая реально работает. Кризис. В прошлом году Океар прям очень себя хорошо показал. И про это реально компании рассказывают. В IT-компаниях, кажется, это вообще прям э, то, что нужно. Если вы не IT-компания, а классическая отрасль, мы вам рекомендуем, начните с оптимизации бизнеса с помощью OCR, то есть поработайте над косточкой, но потихоньку начните толкать и развитие, мякоть. Спасибо. Э, на самом деле это был последний слайд. Э, сессия вопросов и ответов. Э, Сейчас я посмотрю, есть ли у меня вопросы. Так, мне задали вопрос, как оценить успешность достижения КЕР, но говорят, что ответ получен, я вижу. Ну, давайте еще докину. На самом деле, успешность внедрения керр вы увидите по степени достижения керр уже быстро. То есть это первый квартал, и вы увидите, на сколько процентов те команды, которые себе так ставили цели, их добились. Все, на самом деле, сокер, прозрачность в достижении становится максимально полной. Ребята, есть... Это у меня сработал таймер. Есть ли еще вопросы? Задайте их, пожалуйста. У нас еще целых 30 секунд на общение. О, есть ли инструменты введения QR для джира. Спасибо, Саша Нуреев. Мы, есть их достаточно много, легко гугляться. Мы рекомендуем всем использовать Excel-таблицы или Google-таблицы на самом старте. На старте, когда нужно все это настроить, потом усложните себе жизнь. Так, ребята, спасибо. Мое эфирное время завершилось. Если что... Встретимся на конференции Кераша. Пока-пока.